В центральном районе Красноярска сегодня открылась ярмарка. Садоводы представили на ней выращенные цветы и кустарники. Причем здесь можно не только приобрести рассаду, но и получить консультации от опытных дачников. Также красноярцы с удовольствием покупали овощи и изделия ручной работы. Ярмарки в столице края запланированы практически на каждых выходных. Следующая пройдет уже завтра в Октябрьском районе на улице Карбышева, 6А. Но это очень удобно, что знаешь, что по пятницам здесь ярмарка, и все хорошие здесь такие, они дают советы начинающим дачникам. Высадить, да, у вас уже и в этом году, и на следующий год будут большие, красивые кучи цветоносы. Хотим немножко облагородить, посадить, красоту навести. Ну, вообще, как вам ярмарка? Полезная? Да, очень полезная, достаточно широкий ассортимент. Вот сейчас продают многолетние растения, которые можно будет посадить у себя на участке. Цены приемлемые. То есть делятся опытом, опять же. Я вот как начинающий садовод очень много сегодня полезных для себя узнала.